Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Алексей, с вами снова Golem Factory. Видели когда-нибудь главного фермера или там кто у них там, агроном, который стоит и лейкой поливает для своих колхозников поле? Вот смотрите, пока я не передумал. Так, значит, я понял, почему я не должен это делать, стоять поливать. Вот, потому что нашел я там другой способ, но прежде чем его использовать, мы, наверное, кое-что другое сделаем. Короче, смотрите, в чем суть. Значит, вообще, да, можно самому стоять и поливать поле. Вот, эти самые големы сами поливать не умеют. Так, у меня уже получается, о, 100 пшеницы, мне надо 200. Так, вот тут я собираю саженцы, вот тут я собираю дерево. Так, а вот по дереву, кстати, уже можно квест сдавать. Так, это мне нужно 3 плюс 8. 3 стака плюс 8, это будет 200 дерева. Так, хорошее дело, надо бы сдать. Так, а ну-ка. Shipment, shipment. Так, вот по дереву квест, 200 штук. Select task. Сюда щелкаем, сюда закидываем наше дерево. Пускай сдается. Так, значит, в чем прикол? В чем прикол? Я тут нашел в магазине. Оказывается, продается... Я-то думал, просто какая-то эссенция. Да нет, не просто эссенция. Это как раз нужная штука. Тут у нас продается удобрение. И есть специальная фотон-спринклер. Короче говоря, специальная штука, которая, по сути, удобряет. Ей нужно просто удобрение подставлять, вот эту банку с удобрением, и она будет ее наполнять, эту лампу. Ну, этот спринклер вот этот. Вот. Значит, получается, я хочу вот что сделать. Когда я ферму сделаю побольше, я не знаю, то ли это вот эта ферма, то ли вот эта ферма. В общем, есть там такая за 1500 ферма. Так, что вы все встали так резко? Вот, я поставлю где-нибудь в середине, не знаю, может быть, вот это под пшеницу отведем. Я так думаю, что даже да, именно вот это под пшеницу, а под дерево какую-нибудь другую ферму. Да, потому что здесь все-таки есть вода. Ведро воды здесь купить, кстати, нельзя. Ну, там вообще есть бочка с водой, можно купить. Не знаю, тут по условиям, как можно это делать, нельзя. Так, ну ладно, это мы сейчас этот квест сдали. И еще один квест у меня готов, тут с бумагой. Бумаги нужно было 350. Сейчас мы его тоже выполним. Так, где у нас тут задание есть? Так, за это мы забираем награду. За бумагу выбираем задание. Щелкаем сюда. Так, это у нас получается 5 стаков, это 320. И еще нужно 30 получается, да? 27, 28, 29, 30 есть. И сюда тоже закидываем. Так, сейчас дадим еще квест по бумаге. Бумага делается, напомню, из дерева тоже с помощью чипсов специальных. Ну, дерево в дробилке, потом из чипсов бумага. Один к одному получается. Из одного дуба одна бумажка получается. Так, 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 так. Сдается, ну и хорошо. Так, а ну мы сейчас, в принципе, надо мне подсчитать, сколько у меня всего будет сейчас денег. Также у меня тут есть уже квест по шестеренкам. По-моему, он тоже его можно уже пора сдавать. Так, 20. Нет, еще через 2 часа, да? Эх ты черт. Так, вот этот квест могу сдать. Давайте пойдем этот сдадим. Мне нужно подкопить денег. Хочу купить большую ферму. Вот тогда мы развернемся тут получше. И еще хочу купить алой смелтер. Алой смелтер, ну, короче говоря, она там не алой смелтер, наверное, называется, но вы поняли, о чем речь идет, наверное. Штука для сплавов. Вот, тогда мне не надо будет хранить сыпучие материалы, вот в чем дело. Так, значит, это подтверждаем. Еще нужно сапоги сдать. Так, и сапоги подтверждаем, забираем, есть. Так, по бумаге тоже подтверждаем, есть. Ух ты, а по бумаге сразу можно сдавать еще. Клево, клево, я скажу вам. То есть бумагу можно производить вообще непрерывно. Вот для чего нужна вот эта вот штука, которая будет сама производить непрерывно. Так, давайте подсчитаем, сколько у нас там денег всего. Так, тут маловато. Надо, наверное, вот эти задания по одежде железной. Ну, не знаю, как-то, наверное, их не делать вообще. Потому что уходит много времени на то, чтобы их собрать там. Ну, в смысле, нажарить и так далее.
Вот, а денег-то не очень много. 964 мне для... О, еще вот тут одна. Так, сколько всего? 1028. Мне нужно 1500 на ферму. Прикиньте. Так, что у нас в сумках? Опачки, еще стак денег. Отлично, пережарим. Так, что во второй сумке? Айрон Голем. А что делает Айрон Голем? Его можно убить, из него получить железо. Вот это я знаю. Но больше я так что-то особо про него ничего не знаю. Я знаю, вот из снежного голема можно получать снег. Так, ладненько, сейчас мы эти накладные откинем. Что там у нас еще? Так, вот и подошел квест по шестерням. Подтверждаем, забираем. Все, надо делать вот это, по идее. Так, еще один сундучок. Так, по шестерням тоже не очень, кстати, много всего. Сколько тут? Чуть больше полтора стака, да? Так, хорошо. Сколько у нас в результате? 1199. Все равно мало. Все равно мало. Так, энтропи. Не знаю, хорошие это. Мне их уже два. Так, а что они дают, этот энтропи? Энтропи. А ну. Так. Голем прикле энфьюзи. Ой, не первое слово не знаю, не второе. Так, автоматик. А, я понял. Он типа может... Если ему укажешь медь, то он будет понимать, что медь это, например, и руда медь, и это... Ну, короче, ясно примерно. Хотя, может быть, я и ошибаюсь. Если вдруг ошибаюсь, напишите в комментариях, что это за апгрейд. Так, вот эти сундуки, наверное, будем убирать и куда-нибудь вот сюда или вот сюда, например, складывать. Потому что действительно очень много сундуков накапливается за каждый этот самый. Так, значит, еще я там много чего подготавливал. Есть у меня, смотрите, Shiny Metal. Ну, это платье на 30 штук, которые нужно поставить жариться. Так, и еще у меня накопилось для электрума. Так, 10. Так, вот еще 5 серебра. И где-то тут еще было серебро. О, серебра, да, вообще много. Отлично, 16. Так, но мне 16 не нужно. Мне нужно 10 всего лишь. Так, это сюда пока откинем. Для рецепта вот этих вот ячеек. Да, так что мы сейчас их поставим сюда жариться. Так, это сюда. Забираем. Так, шайни вот этот сразу сюда закинем. Так, и мне вот это мучает постоянно вот этот голем. Он мне не нравится, потому что он только два каких-то определенных металла может закидывать. Поэтому мы, наверное, его сейчас вообще уберем. А, надо было, наверное, ему сначала отключить все направления, чтобы потом его можно было куда-нибудь переставлять. Все, есть. Так, и купим сюда другого голема. Несмотря на то, что деньги потратим, но зато у нас он будет закидывать в печку все, что увидит в сундуке. Да, нужен просто другой голем с другим ядром. Так, возьмем сколько там? Ну, пару стаков, я думаю, хватит точно денег. Так, магазин. Мне нужен вот этот, наверное, соломенный голем. Забираем. Так, и мне нужен освободительный вот этот, который освобождает сундук. Не который пополняет, а который освобождает. Вот его. За 30 покупаем. Так, в полтинник нам это все обошлось в результате. Надо было один стак всего лишь взять. Так, и ему сейчас скажем, чтобы он из этой печки все закидывал. В смысле, сундука все закидывал в печку. Так, освобождать ты у нас будешь, где ты у нас? Так, ты нам не нужен уже. Уволили тебя. Так, ему ядро. Так, и вот в эту дырочку, пожалуйста. Вот, молодец, начал быстренько как закидывать. Так, у нас еще по шестерням вот что есть, да? Так, тут у нас электрум готовится, хорошо. Так, special request. Вот. У нас нужно было 30 слитков. Подтверждаем, забираем. Так, еще у нас shiny блок 2.
два блока, это 18. У меня нету сейчас, но вот у меня есть, знаете, чего? Смотрите, у меня есть синебар. И есть где-то еще он, по-моему. Да, вот еще синебар. Так, вот этот редстоун надо отсюда забирать, забирать, забирать. Где-то у меня тут есть с редстоуном отдельный сундук. Вот он. Так, еще надо свинец поставить жариться. Сейчас поставим. Чтобы не простаивало. Так, пару стаков там хватит. Мне надо 80 штук. Так, и ух ты, ё-моё. Это за платину так далее? Клёво. Что тут скажешь? Клёво, клёво, клёво. Еще и голема вручили. Вообще замечательно. Да еще и такого здорового голема. Ну, в смысле, это самый крутой, по-моему, голем. Он там носить может много. Он, по-моему, медленно ходит, но носит много сразу. Так, посмотрим, сколько у нас теперь денег. Так, нам тут, получается, прямо тут на ферму хватит. Ну-ка, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Плюс раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Плюс семь, это 16 стаков. Да черт его знает, ну это около тысячи. Около тысячи. Так, это вообще тогда замечательно. 1700. Гляньте, у меня даже уже не хватает места, чтобы это все выставлять. Плюс 384. Так, у меня больше 2000 уже. Отлично. Так, этот сундучок сюда. Так, еще и голем есть. Но однозначно надо покупать ферму. Пока есть деньги, пока не потратил на какие-нибудь глупости. Так, на ферму, на ферму, на ферму, на какую бы ферму купить. Factory Upgrades. Так, ну вот это вот Flamingo Animal. Это для животноводческой фермы. Я так думаю, что лучше взять вот эту. Вот, 1500 стоит. Подтверждаем. Забираем. Так, накладную сюда. Так, и сколько у меня в результате осталось денег? Я хочу еще купить Alloy Smeltery. 673, хватит, по-моему. По-моему, хватит, да-да-да-да-да. Так, а ну-ка. Induction Smelter, вот этот, не Alloy Smelter, а Induction Smelter, индукционная. Так, 400 она стоит. Подтверждаем, забираем. Отлично. Так, и сколько в результате у нас осталось? Блин, а может не хватить просто на закупку руды? Здесь тоже нужно быть осторожным, конечно. Так, 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 стоп. А вот это я не заказывал, пульверайзер. А, вон. Так, а это у нас Induction Smelter. Все правильно. Все правильно. Так, тут что-то у нас все забито тут. Так, уголь. Еще свинец. Так, ну вот это в смелтере, это очень хорошо, что она есть. Так, я могу просто с помощью синебара получить платину очень легко. И сдать квест на... Понятно, понятно, понятно. Так, что-то я вот тут уголь коплю. Там будет квест на уголь. Ну, не на уголь, на свечки, на эти, на тыквы. Во, там спешл квест есть. Давайте покажу. Вот, с тыквами. Во-первых, тут надо выращивать тыквы. Во-вторых, нужно эти тыквы начинять факелами. Так, а где у нас открылась-то, что, какая ферма? Эй! Я купил ферму. Где моя ферма? Так, что-то я ничего не понял. Что-то я ничего не понял. У меня хоть одна ферма открылась вообще или нет? А, во! Ого! Так это клевая ферма, она еще и под этим самым, под открытым небом. Так, а еще она без факелов, да? Так, это ж тут могут запросто заспавниться кто-нибудь, я так понимаю. А, нет, никто не заспавнится, потому что мы работаем
Все понятно. Нифига себе, открылось неожиданно как. Так, ребят, вас тут нужно все переделать. Все переделать, наверное, всю деревянную ферму мы туда отправим. Да-да-да-да-да. Да-да-да, здесь будет чисто пшеничная. Да, хорошая идея. Так, ладно. Ладно, что у вас там, кстати, как у вас дела по пшенице? Так, плохо у вас дела по пшенице, ребят. Так, дерево отсюда убираем. Надо, наверное, дерево на бумагу переводить. Точно, сейчас мы... Ну вот, кстати, тут еще пока ее никто не обслуживает. Так, пускай получаются чипсы. Так, ребят, и вам тоже заданец вот это все передробить. Хорошо. Значит, я еще хотел... Я свинец там пожарил или нет? Жарю, да, наверное? Так, электрум у меня тоже есть. Так, и свинца у меня тоже много. Так, жарка, наверное, еще свинец пригодится. Тем более у нас уже есть смелтери. Давайте, наверное, собирать ячейки. Давайте, наверное, собирать ячейки. Где-то у меня тут было редстоун. Его, наверное, надо будет побольше. Потому что там нужно редстоун блоки. А, вот что я еще хотел. Я еще хотел купить песок, потому что там стекло понадобится. Да, вот песок нужно будет делать. Так, еще берем денюшек. Песок, по-моему, там недорогой совсем. Но вот пару стаков бы я его купил. Шоп, шоп, шоп. Так, 64 за 10 всего. Да, я так думаю, штуки 3 взять сразу, чтобы потом было всегда. Так, а что еще мне нужно? Так, мне еще нужно платину делать. Платина делается, по-моему, тут, да? Ну да. 50. Ух ты, блин, не хватило чуть-чуть. Так. Есть. Забираем. Так, ордера сюда, деньги сюда. Так, а это у нас платина тут будет скоро. Так, ну в общем, у нас там появилась новая печка. Сейчас надо ее сразу как бы типа использовать. Так, берем вот этот ферросор, берем этот синебар, где он тут? Вот он. И где-то тут еще было, по-моему. А, вот 28 у меня всего, да? Хорошо. Ну давайте 28 и пережарим. Так, а мне нужно на два блока, это 18 получается. Так. Есть. Короче говоря, при такой жарке у нас получается 100% платина. Ну, то есть 28 нажарим, отлично. Так, теперь по поводу ячеек. А, я песок же хотел поставить, жариться. Так, ребят, хватит жарить свинец, он у нас уже есть. Жарьте лучше песок. Так, ну а потом свинец. Молодцы. Так, стекло пошло. Как же нам поставить... Так, почему там дерево выросло, его никто не рубит? Что, не видите, что ли, его? Эй! Дровосеко! Дровосеко! Ты что, ты до туда не видишь? Сранец. Надо его, наверное, тоже ставить в середину, чтобы он видел все. Ну, а вообще деревянную ферму надо, наверное, туда перенести, просто на вот туда. Так, ну та ферма, конечно, большая, она того стоит, действительно. Так, значит, на ячейке мне понадобится 20 блоков. Так, 20 блоков есть. Дальше 20 вот таких вот штук с электрумом. Есть. Свинец, стекло. А ну-ка, как там у нас Hardened? Hardened. Вот. Ячейка. Так, тут еще нужен инвар. Медь. Ячейки. Со свинцом и стеклом. Так, значит, нам понадобится еще тогда чего? Медь жареная. Потому что у меня медь, по-моему, только вот такая. Да еще и инвар понадобится. Ух ты, господи. Так, а ну-ка, что у нас тут железо есть? Так. Блин. Так. Так, побольше инвара. Есть. Вообще побольше-то не надо было, но уже ладно. Так, еще бы одну печку, конечно, поставить. Мне вот интересно, инвар. Вот
Вот тоже я поспешил, получается. Инвар можно было бы сейчас получить вот тут, соединяя слитки, например, железные с ферусом. Но почему нет? Есть тут у нас железо? Чуть-чуть есть. А ну-ка. Так, так. Да, здесь тоже получится инвар. Так, у нас есть уже 28. Так, что у нас там со стеклом? Чуть-чуть. Так, а стекла, получается, надо аж 80. Ого. Так, это мы соединяем. Получаем аж 3 блока. 3 нам не надо пока. Так, а вот 2 можно сдать и что-нибудь за это получить. Так, shipment. А, это, по-моему, special request, да? Так, 2 всего. Забираем. Спасибо. Так, и через 2 дня, 14 часов, он повторится, этот квест. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Так, что нам там за 2 блока далее? Вот, секундочку. Так, отвлекли меня что-то немножко. Так, что я там хоть делал? Что это за сундук? А, это я, по-моему, за платину получил, да? Ага, и тут у нас куча денег тоже. Ну, ничего, так за платину дают. Нормально так дают. Хорошо. Ух ты, эпик-сумка. Ну, что там в эпик-сумке? 2 апгрейда Air. Хорошо. Хорошо. Так, Air Upgrade дает скорость. Вот скорость может быть понадобится как раз вот тут на ферме. И, по-моему, она дает расстояние, на которое может смотреть голем. Да, хорошо бы их туда. Так, ладно, но это я буду их организовывать чуть попозже, этих големов, эти апгрейды на них ставить и так далее. Сейчас нужно посмотреть, что мы там опять же имеем. Может быть, что-то еще купить тогда. Так, 705 у нас денежек. Много ничего такого не купишь, а мы вообще занимаемся сборкой ячеек. Вот, ячейки бы сдать. Откроются, может быть, какие-то другие квесты. Так, значит, я там жарил стекло. Стекла у нас уже 100 штук есть, это значит, мы можем собрать. Так, свинец. А, копера нужно было положить, да? Да, купера надо положить. Так, у нас их 6. Тут где у нас еще? Тут есть медь. Че, прям нигде нет, что ли? Как так? А мы без меди ничего не соберем. Так, может... Ага, вот она есть, медь. Ладно. Так, ребята, очень срочный заказ по меди. Занимаемся медью. Так, так, так. Блин, а вот у него в руках, я вижу, не медь. Так, если мы тебя уберем, а потом опять поставим. Ой, не так поставим. Поставим к сундуку. Так. О, он пошел медь делать. Молодец. Так, хорошо, хорошо. Значит, вот она у нас медь копится, но ее надо побольше бы. Так, может быть, поставить рецепты для этих самых? Да, в принципе, что там тех рецептов? Что там тех рецептов? Так, мы, наверное, будем по вот такому рецепту делать. Сразу инвар с медью. Меди, получается, нужно будет всего 60 штук. Там как раз одного стака хватит. Так, ну, значит, вот. Так, это собрать можем. Отлично. Ну и меди 60 штук плюс инвара 80. Я надеюсь, он у нас есть. Так, а ну-ка, тут у нас есть один инвар. Так, надо вот эти все, все ненужное куда-то откидывать бы. Так, вот у нас еще есть медь, да? Так, вот это платина. Так, феррус пока сюда закинем. Так, 20 ячеек. Короче говоря, инвар нужен и медь нужна. Так, и медь они там жутко жарят. А вот инвара я вообще не вижу, да? А инвар тут есть в задании? Да, в задании есть. Ну, короче, еще немножечко меди, ребята, а инвар уже потом тогда. Так, вот у нас есть еще инвар, 49, а надо 80. Так, а что сюда нужно еще? Железо. А ну-ка, что у вас там, ребят, с железом? 32. Пойдет.
Так, и да, получается, даже почти хватит. Да, почти хватит. Так, хорошо, хорошо. Чё ж с фермой-то делать? Как же ж ее лучше, как же ж ее лучше? Так, мне понадобится еще один товарищ. У меня здесь получается носильщик, который носит. Вот он, подборщик. Носильщик-подборщик. Он у нас... Он у нас получается... подбирает все, и пшеницу, и семена, и деревья, и яблоки, и всю фигню. Вот. Поэтому, если я его отсюда уберу, то семенами некому будет заниматься. Нужно будет еще одного голема ставить. Так, что касается дровосека. Дровосек, вот он. Так, ну что, ферму дерева, я так думаю, что есть смысл туда сразу перетаскивать. Надо примерно прикинуть размеры ее, какие будут. Да какие? На какие поставить, на такие будет, да? Я так думаю, ее есть смысл в центре ставить, чтобы ей стены не мешали. Да, это можно было бы так сделать. А по бокам уже какие-то другие культуры, те же тыквы, например. И вот, кстати, по поводу тыкв, получается, чтобы посадить тыквы, мне надо будет, наверное, покупать воду. Так, вот у нас есть вода, песок, флабер. А слизь мне зачем, интересно, нужна? Так, глоустоун можно даже покупать. Так, за 100 можно купить бочку воды. Ну так и чё, что бочку воды? А дальше что с ней делать? Мне ж ведро нужно все равно. Так, ладненько, тогда давайте посмотрим вот на что. Посмотрим вот на что. Где-то у нас было задание. Так, подсказки и рулыс. Можно ли тут делать ведро? Так, do not pick up or move machines. You can move вещи such as chests and golem about, but no more. Так, могу двигать только сундуки и големов, ясно. You cannot make machines. Вы не можете создавать машины, но можете создавать инструменты, такие как мотыга, топор или сумку back of holding. Понятно. Chest on the output side of the machines, no hop on the input side. You have golem for that. Things can be made. Так, короче, ведро создать можно, ребят. Слава богу. Так, ведро можно создавать, потому что это относится к инструментам, а не к машинам. Так, ну что там у нас? Что там у нас? Медь у нас уже готова. Это хорошо. Это даже много меди. Так, все, с медью заканчивай. Ты уже готов инвар закладывать. Молодец. Так, убираем медь, закладывай инвар. Так. Это свинец. А, стоп, 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 стоп. Это лед у нас. А где инвар? Вот инвар. Так, слышишь, не свинец. Не свинец. Нам нужен лед. Так, кто ты? Вот это ты? И он все равно схватил свинец. Глупый. Так, 61. Нет, не хватит. А ну-ка, что у нас тут нажарилось? 42. Вот теперь хватит. Так, ячейки ж надо сдать. Блин, они мне сейчас инвентарь все забьют. Так, это что такое? Ферос убираем. Сейчас мы лишнее все повыкладываем сюда. Так, ферос сейчас сюда не нужен. Так, вот это понадобится. Свинец, не помню. Ну, уже, по-моему, не нужен. Так, это не нужно. Песок не нужен. Короче говоря, всякую сейчас гадость пока сюда. Так, это все сюда. Так, стекло, по-моему, тоже уже не нужно. Палки не нужно. Так, редстоун уже не нужен. Так, нужно, по сути, только вот это все. Так, ну хорошо. Так, и квест у нас получается по... Так, сколько у нас там времени уже? Уже не успеваем. Так, special request. Так, мне нужно вот это, shipments. Да, hardened ячейки 20 штук. Выбираем задание.
Блин, да не сюда, вот сюда его ставим. Energy Cell, отлично. Так, и делаем их 20 штук. По вот такому рецепту. Вуаля. Так. Блин, как же их все вместе-то можно закидывать? Никак, видимо. Так. Ну что, сдаешь? О, сдал. Молодец. Так, и что нам за это надавали? Блин, куда поставить-то? Не очень много. 5 стаков всего. Это получается сколько? 320 по деньгам. Так, ну зато водяной какой-то апгрейд. Это что нам дает? Range. Вот он. Improved senses and range. Вот это вот хорошие апгрейды. Они как раз мне на ферму понадобятся. Так, но на ферме они мне, наверное, понадобятся попозже. То есть в следующей серии. Так, сколько у нас тут всего получилось? 1025 по деньгам. Это значит, можно тоже что-нибудь купить. Что-нибудь для автоматизации. О, кстати, я вот этот квест еще могу сдать. Я сейчас быстро. Он у меня весь готов. Так. Manual submit. Забираем. У нас еще есть деньги. Так, еще 5 стаков. Это еще... Ну, хороший квест, кстати. Найти инструменты. Так, 1345. И в сумке у нас лежит еще один сундук. В котором лежит что? А, я догадываюсь, что там лежит. Ну, зато еще один голем. Отлично. У нас есть на ферму что сделать. У меня есть что на ферму кого поставить, в смысле. Так, что это сейчас только что было? А, я понял. Блин. Это я фигню сделал. Так, это сюда. Так, голема сюда. Итак, у нас уже тут три голема даже. Один, который может что-то там наполнять. Вот, и двое, которым еще нужно дать какое-нибудь задание. Но это все будет потом. На этом сегодняшнюю серию давайте закончим. Спасибо, что посмотрели. И до новых встреч. Всем пока.